Сегодняшнее число. В августе этого года в Ждановку Донецкой Народной Республики прибыла первая партия гуманитарной помощи из Магаданской области. Выдача нуждающимся производится в местном центре социального обслуживания. Все люди очень благодарны Магаданскому округу. Люди воспринимают с благодарностью. Скажите, пожалуйста, вот состав такого комплекта гуманитарной помощи, что входит? Консервы, макароны, сгущенка, крупы всякие разные. Ну, все самое основное. Вот и чай, и крупы, и туалетная бумага. Продукты из расчета на 1850 наборов были закуплены в центральных регионах страны и доставлены на Донбасс. В Ждановке уже с помощью сотрудников социальных служб расфасованы и, согласно утвержденным спискам наиболее нуждающихся категорий населения, выданы людям. Мы, говорю, получаем, говорю, минималку. Нам, говорю, очень, говорю, нужна помощь, очень. Говорю, потому что вот война, говорю, все, стреляют, говорю, прячемся, выходим очень-очень, говорю, и страшно, и жалко, говорю, за своих детей, говорю, у меня внук, говорю, воюет тоже в Херсоне, под Херсоном. Поэтому, говорю, очень, говорю, нужна, говорю, помощь. Спасибо вам большое, Магаданской области, мои хорошие. Вес одного продуктового набора, также включающего в себя и некоторые средства личной гигиены, около 13 килограмм. Но главная ценность нашей помощи не в килограммах и не в штуках, переданной гуманитарке. Для людей самое важное другое. Говорю, за детей страшно, говорю, за всех. Мы даже не знаем, говорю, что было, если бы, говорю, не было бы, говорю, Россия, говорю, не пришла к нам. Говорю, у нас бы, говорю, тоже, говорю, смели бы, говорю, с лицом земли. Как у нас люди разговаривают, как говорят, мы бы уже давно гнили бы. Олег Дудник, специально для Карибу. Ждановка, Донецкая Народная Республика. Шая. Спасибо большое.